Fuori, fuori, fuori. Attenzione, camera.
Так, и сегодня мы сделали немножечко, опять же, повторяю, любительски. Никого не хочем научить, показываем, что делаем сами, может кто-то перемет наши идеи, может быть что-то увидит новое, может у кого-то возникнет идея заниматься единоборствами, может кто-то хочет просто поправить свое здоровье, улучшить состояние организма, может у кого-то есть друг и вы не знаете, что сделать, идете на площадку и занимаетесь. Вот, в целом, боевые единоборства — это путь, осса. Без боевых единоборств тяжелее. Здесь пришел, настучал в калитку другу, легче на душе. Всем пока, с вами был Иван Высоцкий. Уважаю, люблю всех моих подписчиков. Ос? Окей. Спасибо. Okay.